Всех приветствую, дорогие друзья. Утро, пятница, и это значит, что самое время для нашего с вами выпуска «Эра перемен финансов». Меня зовут Николай, я руководитель консалтинговой компании «Era of Consulting». И сегодня у меня с вами праздничный выпуск. Поговорим мы сегодня о прогнозах на 2023 год, о рубле, что же с ним происходит, о долларе. Расскажу о том, что мы делали на этой неделе, и расскажу, собственно, что же я планирую делать сам дальше. Давайте начнем с того, что я всех поздравлю с наступающим Рождеством. Могу теперь сказать одно, что наш год прошел не зря. Я подведу его итог сейчас кратко и очень быстренько пробежимся про наши основные сделки. Итак. Январь 2023 года, 22-го прошу прощения, 23-го мы только-только планируем. И уже сделали прогноз в клубе инвесторов. Так вот, в 22-м году, в январе, прогноз о том, что будут военные действия в Украине, стоит выйти из российского рынка и не покупать акции. Вуаля, мы не теряем на этом падении. И 24 числа у меня был как раз мой личный праздник. Мы садимся и начинаем покупать. То есть шел обвал, мы покупали акции российских компаний с рядом инвесторов, которые только этого и ждали. Когда же им побыстрее купить? А дальше мы добирались с ними до нужного уровня в каждом из отдельных портфелей. И, в общем-то, с российскими акциями мы успокоились, с некоторыми только сейчас начинаем набирать. Ну, потому что некоторые присоединились сильно позже, а уровни сейчас, допустим, очень интересны. И следующее, что мы делали, мы не покупали американские акции. Мы совершенно проигнорировали все вот это вот движение вниз-вверх, вниз-вверх. Мы брали отдельных эмитентов на очень маленький процент от портфеля. То есть мы не делали ставку на американский рынок, а делали мы в основном ставку, в первую, в основную очередь, на игру с фьючерсами. Вчера было крайнее как раз такое движение, мы вышли из доллара, я об этом писал в нашем телеграм-канале открыто, можете открыть, посмотреть, что с рядом инвесторов мы зафиксировали по звонку, значит, зафиксировали просто доллар. То есть все, что там у нас росло, все наши плюшки мы собрали в конце года и, собственно, вышли. Ну и сразу за этим вы видели, что произошло. Теперь мы весь год практически, можно сказать, сидели и ждали, когда же придут лучшие цифры. И что же нам это дало? Дало это нам то, что мы не потеряли в этом году портфелей своих, наоборот. Получается, что за счет спекуляций мы заработали. И в итоге получилось, что у долгосрочных инвесторов либо легкий плюс, либо ноль, ну потому что мы купили там вот как раз на этом спаде, у краткосрочных инвесторов плюс, плюс-минус, кто как торгует, и сейчас я, кстати говоря, этого коснусь, очень важно. Ну а те, кто, в общем-то, предпочел посидеть в сторонке, ничего не потеряли, поскольку доллар все это время рос, по нашему прогнозу он полностью исполнен. На сегодняшний момент мы ждем новую волну роста доллара, мы ждем новую волну инфляции. Я считаю, что замедление поднятия ставки Федеральной резервной системы вызовет в 2023 году рост инфляции и будет достаточно жесткий. Мы увидим очень сильный рост нефти и биткоина и много чего еще. То есть этот год принесет для нас очень не самые лучшие, что называется, вещи. И одновременно с этим, по всей видимости, будет падать рынок акций. То есть мы будем видеть широкий флэт к концу года, переходящий в падение. Этот прогноз я давал в прошлый раз для клуба инвесторов. Я даже и в цифрах давал. А для спекулянтов я буду частями давать как раз вот, чтобы, что называется, они успевали входить. Значит, теперь давайте поговорим о том, собственно, вот я только что оговорился, что кто же те люди, кто зарабатывают, и те, кто не зарабатывает. Значит, я вам хочу сказать две вещи.
Значит, если вам кто-то говорит, что без понимания механики рынка, обучения и, значит, как вообще, куда кнопочки нажимать, можно заработать деньги, знаете, со 100% вероятностью, этот парень мошенник. Потому что для того, чтобы начать зарабатывать на рынке, даже если вам дают 100% прекрасные сигналы, нужно обучаться. Вот я вам приведу вчерашний пример. Я получил, наверное, за день с десяток писем, что ты нам пургу несешь. Вот в такое, значит, да я тут подписался, а ты мне сигнал не дал. И результат, значит, тогда, когда мы продали доллар, зафиксировали прибыль, вышли, эти люди только счета посливали. Вот в этот момент мы сидим в отличном плюсе, они сидят в огромном минусе. Почему так произошло? Потому что умение риск-менеджмента, да, понимание риск-менеджмента, понимание, как это работает, как свечной анализ работает в моменте, ведь я же не сяду с каждым человеком, там и доцента я дать не могу. Почему? Потому что все те, кто говорят, что волнами там Эллиота или какими-то техническими паттернами можно, значит, предвидеть какое-то движение там вплоть до цента, это лгуны, так бы быть не может. И самое главное, что нужно понять, аналитик — это человек не тот, который дает вам цифры и точки входа до цента. Это человек, который видит развороты рынка и видит закономерности, которые происходят. И вот этот, скажем так, умение, оно развивается годами на рынке, не просто так. Поэтому если вы сами торговать не умеете, то вам не помогут никакие каналы с сигналами. Запомните, пожалуйста, это раз и навсегда. Я вот сейчас не буду там рекламировать свою методику и что-то там еще. Я просто скажу, вы просто читайте книги и проводите как можно больше времени перед терминалом, если вы взялись сделать это своей профессией. Это профессия. Поверьте мне, со своими издержками, профессиональными заболеваниями, со своим огромным количеством минусов. Там плюсы есть лишь в деньгах, но они нивелируются, и со временем притупляется вот это чувство там, хороших сделок и так далее. Вот сначала азарт, потом проходит этот азарт, и начинаются совершенно другие ощущения. Потом ты приходишь просто как на работу, потом тебе это настолько надоедает, что ты даже говорить об этом не хочешь, просто делаешь и все. И поверьте мне, вот просто поверьте, через несколько лет вам это может даже надоесть, вы решите бросить, как это сделал когда-то я. И все эти спекуляции — это просто фон, который либо есть у меня, либо его вообще нет, инвестиции остались основным видом моей деятельности. Кроме того, я разнообразил свой вид деятельности, я теперь занимаюсь физической спекуляцией. То есть я, допустим, могу купить один товар, перегнать его в одно место, править или там попосредничать где-то. И это тоже разноображивает и отодвигает от тебя эту спекуляцию. Потому что, сидя перед монитором, рано или поздно человек, ну, начинает выгорать. Это нужно знать, просто понимать. И именно, кстати, поэтому, по одной из этих причин, я сначала перешел на среднесрочную торговлю, да, и после этого позиционную, так называемую. И после этого я вообще от многих спекуляций отказался. То есть я, если что-то теперь делаю, в основном инвестиционно. Вот то, что я вам хотел сказать, что вы просто понимали, куда вы идете, знали, потому что вам этого никто не расскажет, вам покажут курсы и так далее и тому подобное, а что на том конце, в общем-то, очень многие умалчивают. Почему? Потому что не каждый подпишется на такое лично для себя и для своих близких, потому что это отразится так или иначе на своей, на вашей жизни, на вашей семье, в любом случае. Теперь давайте мы с вами сегодня поговорим о перспективах доллара-рубля. В общем-то, мне очень многие задают вопрос, и только это, в общем-то, сейчас людей интересует. И я понимаю, почему. Потому что впереди Новый год, а этот инструмент вновь стал доступен торговле на бирже. Вдруг у людей появилась надежда поспекулировать. Значит, первое, что хочу сказать, дорогие друзья, вот послушайте добрый совет.
расширяйте свою линейку торговли на бирже. То есть, если вы привыкли торговать только доллар-рубль, обратите внимание на более сложные продукты, научитесь торговать нефтью. То есть, проводите больше времени с золотом, графиком золота, нефти и так далее. Поймите специфику, разработайте риск-менеджмент для конкретного инструмента. Выходите из этого туннеля доллар-рубль. Почему? Потому что если вы это сделаете, это первый шаг к большим прибылям. Во-первых, потому что доллар-рубль – это волатильная вещь, но есть куда более приятные моменты. Например, в той же нефти ежедневный, скажем так, среднее движение, там доллар примерно 2, даже 2. И что такое 2 доллара, если вы, допустим, играете депозитом там, в 1000 долларов? Ну вот, вы заработали. Я просто хочу сказать, что не учитесь, не зацикливайтесь. И не считайте, что вы, например, можете купить в банке эти доллары, а потом в банке их продать с разницей. Там очень большие спреды, то есть разница между покупкой и продажей. Поэтому заработать вам там никто не даст. Это только если среднесрочно купить и держать. Купить и держать, вот сейчас еще неделька-другая, можно покупать и спокойненько сидеть в долларе. Что касается каких-то вещей на Новый год, что перспективы, да, доллара, я, как уже говорил, цели у нас все выше. 115 за доллар – это то, что я там жду в следующем году, скорее всего. И буду надеяться, что именно так оно и случится. Хотя лично мне это совсем не выгодно. И по моей работе так вообще мне выгоден дорогой рубль. А что касается перспектив долгосрочных, я уже озвучил. Мы перепишем все верхние цели. По всей видимости, уровень 250 я так и буду ожидать и в дальнейшем. Разумеется, если не пройду деноминацию и вас не обдурят очередной раз, как я говорил, на 30-летнем цикле. Смотрите этот ролик, он набрал достаточно много просмотров, и я там показал, прям на доске написал. И в телеграм-канале в нашем дублировал эту табличку потом в хорошем качестве, как и почему происходило и, скорее всего, произойдет. Вот. Так что получается, доллар и вообще валюта на сегодняшний момент – это выгодное вложение, в котором можно, ну, сохранить часть, значит, инфляционной волны, которая начнется у нас, получается, чуть ли не в первом квартале 2023 года. Там рубль начнет терять достаточно много позиций, ну а валюта, что называется, хоть и девальвирующиеся друг к другу, или там одновременно все валюты будут девальвироваться, но одни быстрее, другие медленнее. Вот такие аутсайдеры, я думаю, рублем и окажутся. Теперь ролик такой, знаете, у нас отдыхающий в разговорном жанре с вами, поэтому я сегодня себе позволю рассказать и о, значит, перспективах российской экономики, потому что я заметил, есть в комментариях, а вы пишете очень много в комментариях, не просто там «Николай, спасибо», а вот «объясни», «поясни», а еще я больше приветствую аргументированно, чтобы человек сказал: «Вот ты сказал вот в этом ролике вот ровно вот это, объясни, пожалуйста». Это значит, что человек следит за моей работой и попытался мне, значит, пояснить, а не так абстрактно, да еще и с обзываниями, таких просто баням и все. Так вот, мы, собственно, с вами сегодня поговорим о перспективах экономики на первый квартал и второй квартал. И вот здесь мы с вами, особенно январь мы берем. Почему? Потому что у нас сегодня крайний выпуск, у нас не будет выпуска больше в этом году. Ну и на январь месяц мы там встретимся, наверное, после 5 числа. Так вот, где-то уже там начнет развиваться, рынок начнет закладывать. Следующее опасение – это, значит, запрет на поставку нефтепродуктов России и так далее и тому подобное, то, что у нас с вами в конце января будет. И вот здесь начнется, конечно же, настоящая вакханалия и по нефти, и вообще. Я считаю, это будет достаточно интересный период времени в мировой экономике, когда у нас начнет вот эти ограничения начнут дополнительно влиять на инфляцию, то есть увеличивать ее, в том числе.
потому что энергоносители будут так или иначе плясать вверх-вниз. Ну, а это уже будет оказывать влияние, нефтяные цены, на целый ряд других моментов. Ну и мы будем видеть в российской экономике ухудшение, снижение, значит, получения прибыли, назовем это так, да, я не буду там ВВП на душу населения, вот это вот все, смысла никакого нет, люди простые все смотрят. Значит, у нас будет снижение прихода денег в экономику, и это будет в первую очередь заставлять власть что-то с этим делать. Вот я считаю, что власть будет с этим делать две вещи. Первое, она будет заниматься, ну, так, печатью денег, во-первых, она будет увеличивать печать денег, что скажется на инфляции в рубле. И второе, что я хочу сказать, это вызовет рост не только товаров типа золота, там, консервов, гречки и всего прочего. Это в первую очередь скажется на уровне жизни населения, поскольку зарплаты индексируются медленнее гораздо, чем сама инфляция. Как справедливо отметил один человек, говорит, я чиновник, у меня очень маленькая индексация. Это не индексация, а маленькая, это скорость инфляции, галопирующая, которой никто ничего не успевает. А если бы они вам индексировали согласно инфляции, у нас бы сейчас цены были как уже... наверное, в военной, значит, Германии, где булка хлеба стоила вагон денег. Так вот, на сегодняшний момент мы с вами будем говорить о том, что этот процесс будет набирать обороты. И это в первую очередь скажется именно на населении, особенно на самых малообеспеченных слоях населения. Почему? Потому что именно они вынуждены будут тратить еще больше на еду и меньше на товары, ну, какой-то промышленности, например, не знаю, может быть, на импортные какие-то телефоны и так далее и тому подобное. То есть на них это будет сказываться сильнее и сильнее. Правительство на это, скорее всего, отреагирует следующим образом. Правительство, по всей видимости, начнет регулирование, ценовое регулирование на товары первой необходимости, такие как хлеб, молоко, там, яйца, ну, не знаю, что-то еще. К чему это приведет? В первую очередь к тому, что ряд товаров станет производить невыгодно, либо их станут производить в меньшем объеме, ограниченно, и в магазины этого товара станет поступать меньше, так как это было в позднем Советском Союзе. Угадайте, к чему это привело? Да, к дефициту. То есть стало меньше этого товара, выгоднее это молоко, произведя его, вылить в канаву, чем его продавать в магазине за такие копейки. Поэтому, значит, ряд товаров, которые мы с вами получаем, они просто-напросто исчезнут с полок по причине нехватки их. Либо второй вариант – продовольственные карточки. Ну, до этого, скорее всего, далеко, но сам факт того, что в одни руки две штуки. Вот. К этому правительство прийти абсолютно может. И понимая, что, значит, ну, политические дни Владимира Путина сочтены хотя бы потому, что 24-й год – это час X для него, а у нас уже 23-й на носу с вами, и никто в 24-м году за него точно не пойдет опускать бюллетени уже. И так вот, получается, что на 23-й год власть, скорее всего, сделает абсолютно все непопулярные меры, которые вы вообще, в принципе, можете впитать в себя. То есть там будет, и, скорее всего, ужесточение СВО, как ее принято называть в Кремле. Это и ухудшение экономической ситуации, и вот начало, именно старт всех этих, ну скажем так, бонусов, оно как раз с конца января. Почему? Вот первое, вступление санкций в силу, второе, значит, у нас начнутся налоговый период там где-то уже как раз первое, значит, за прошлые там подачи. И у нас с вами, кроме к этому ко всему, у нас с вами есть накопительный эффект от прошлого квартала до четвертого квартала 2022 года, где у нас вступали в силу уже первые санкции и так далее. То есть там отчетности компании, вот это вот все уже потихонечку начинает появляться, и уже начинают понимать в советах директоров и так далее, к чему все дело идет.
Вот, собственно, там мы с вами и начнем с конца января, где-то в феврале, где нужно будет властям России, скорее всего, делать свой козырь, выкидывать на стол. И это, к сожалению, никак не экономические меры. Эта ситуация связана с Украиной. Здесь сейчас я озвучивать дальше не буду. Все в, значит, бусте нашем по вот этой маленькой подписке, кто подписан. Я там регулярно озвучиваю в Telegram закрытом канале. Почему? Потому что 1 декабря уже настало. Я обещал, что мы идем в подполье, мы ушли. То есть не все можно вещать. Ну, собственно, получается, что по-хорошему мы с вами как раз и пришли к ситуации, когда, которую озвучил еще давным-давным-давно, в начале века, очень известный нам человек. Верхи не могут, а низы не хотят. Вот и все. Поэтому мы с вами будем ориентироваться, что 23-й год переломный для России, и начало у нас, еще раз говорю, первый квартал 23-го года. Там станет все вообще понятно, и очень многие возьмутся за голову, но будет уже поздно. А теперь, что касается моего старинного прогноза, который вы помните еще с удаленного 100-тысячника канала, это «Россию спасут иммигранты». Вот запомните эту формулировку, просто ее запомните, и мы с вами поговорим о ней через... Ну давайте, 3 года, если я буду жив, через 3 года мы с вами поговорим об этой формулировке, кто что о ней думает и насколько она совпала с реальностью, которая нас ждет уже в ближайшие вот эти годы. Я надеюсь очень, что сегодняшний выпуск, такой праздничный, такой информативный, не вызовет вас негативных эмоций, а наоборот, вызовет в вас благородную злость на происходящую ситуацию, вы сожмете руки, сядете, напишите финансовый план на следующий год, вы обсудите расходы с семьей, вы придумаете, как вам реагировать на те или иные события, вы обновите документы какие-то, которые вам нужны, позаботитесь о здоровье. Почему? Потому что там к стоматологу сходить и так далее, дальше будет еще дороже. И в этот год вы вступите как боец, как человек, который готов к любому удару судьбы, и все, что будет дальше происходить, все будет ожидаемо, все будет нипочем. Именно для этого я свою работу и делаю, чтобы каждый из вас был ко всему готов. И мой долг как аналитика именно это и давать, чтобы вы всегда были готовы к любым ударам и превратностям судьбы. Всем здоровья в наступающем году, хороших вам каникул новогодних. Я хочу, чтобы в 23-м году над территорией не только России, но и всех стран мира было мирное небо над головой, мы прошли финансовый кризис, который в 2023 году как раз и войдет в свою терминальную стадию. И мы с вами, скажем так, начали жить той жизнью, которая для нас всех наиболее желанна – мирной, сытой жизнью. Со всеми на связи, пальчик, пожалуйста, вверх, вы обещали, и пока.